опять какая-то проблема была с интернетом. Абсолютно на это не закончилось. Просто если я пропал, это возможно проблемы с интернетом. То есть тупо пропадает интернет, и то есть я делаю реконнект. Кричат Гитлер капу. Ребят, если я пропал, это я сделаю реконнект. Просто может оборваться интернет. Не знаю, почему проблема. Видать, с оборудованием что-то. Я пытался, но смотрел, как говорится, вроде все нормально, но это уже не у меня проблема. Но я в любом случае сразу делаю реконнект и заново подключаю. Он идут, цветы, букеты большие несут. И вот обратите, кстати, внимание, что люди с удочками, не с дубинами, скажем так, и с черенками от лопат, как у нас 26 числа люди из Менджелиса вышли и кричали «Аллах Акбар» и что там, «Слава героям», получается. А с удочками. Вот мирный митинг с открытыми лицами. А у нас, как говорится, в Симферополе, Верховной Раде Крыма, стояли с палочками от лопат. Растет буквально на глазах, то есть приходят вот отовсюду, вот видно, вот как люди идут и идут. Делаем репост, пускай смотрят, вылаживают где угодно, ВКонтакте, в ЖЖ. Смотрите уже, докуда там толпа, как говорится, выросла. И буквально еще сколько, минут где-то 9 назад ее там не было. Российский флаг на удочке самый высокий. Видео стрима напоминаю всем, что сохраняется. Да. Реально, вот как быстро буквально скапливаются. Вот там вот вам, наверное, не видно, но вот за деревом видно, как люди просто идут толпами. В сторону оперного театра. Напоминаю, это Одесса, город-герой. Нахожусь сейчас я в оперном театре, прямая трансляция. Она, кстати, сохраняется для тех, кто не знает. Скачать можно, ищите в гугле, скачать видео из интернета. Думаю, там ничего сложного, есть куча программ, плагинов для различных браузеров. А вон повезли ветеранов на экскурсионных бусиках. Да.
дама, куда я сейчас, получается, камеру направил, в той стороне слышно кричат «Россия». А вон ветеранов везут. Ветераны аплодируют. Надеюсь, видно вам. За ним вот идет часть камеры. Кричат «Беркут». Вот вам беркутовцы, поддержка, народ-то с вами, будьте вы с народом, а не с киевской фронтой. Я так понимаю, там перекресток, по-моему, да, ну, и улица Дерибасовская. Вот, люди уже на Дерибасовской, вот, нет, даже не на Дерибасовской, ну, и на Дерибасовской стоят, и за ней, вот, которая идет, получается, вот, от оперного театра, то, что прямо, вот, на ней уже люди стоят. Чтобы я не знаю, сколько, ну, здесь людей, но я так, может, кто знает, то и понимает, сколько это. Вон, посмотрите, там вот, видите, люди идут толпами за флагом сейчас. Люди, видите, все стягиваются сюда. Уже кричат «Россия» громко и здесь. «Россия, давайте тоже поддерживайте, распространяйте стрим и смотрите «Одесса с вами». Кстати, вот оперный театр очень красивый. Лично мне понравился, вот, я внутри, конечно, не был, но внешне он очень красивый. Жизнь не пройдет. Кстати, регистрируйтесь на Юстриме, там есть фолов, ну, подписаться, короче. Подписывайтесь, и потому что я буду стримить постоянно. Это уже, как говорится, не первая моя трансляция, я уже месяц как транслирую. По Крыму везде был. На Украине тоже, вот уже не первый раз. И здесь, я так понимаю, тролли тоже сидят, если кто-то хочет модератора, ну, помочь, короче говоря, чтобы банить
там блокировать, ну, чат, удалять всяких троллей из чата, то, ну, пишите мне на почту. Ребята, запоминайте ссылку на этот стрим, распространяйте, кидайте, я буду транслировать всегда. Оповещать, стараться быть везде. Кстати, вам вообще слышно, когда вот как сейчас кричат «Одесса, город, герой» или нет? Напишите в чате. Осознать, может, ну, микрофон мне надо будет, ну, купить направленный. Адрес почты написан, получается, у меня в описании канала, то есть где вы смотрите видеозапись, или в группе, вот баннер ВКонтакте видите, перейдите, ВКонтакте группа есть, и вот там написана почта моя на Gmail. Одесса, смелее, гони Бандеру в шею, выкрикивает такой лозунг. Вот сколько я уже здесь на дереве стою, еще ни одного украинского флага не вижу. Реально ни одного, даже маленького. Афганец. Вот я не знаю, как вот эта улица, которая идет, вот, получается, вот оперный театр, и он смотрит вот в ту сторону. Вот эта улица, как она называется, получается, там перекресток, улица Дерибасовская, с этой улицей. Вот улица, люди уже, короче говоря, стоят за этим перекрестком, выстраиваются там. Там плакат этот держит огромный, но держит его, скажем так, лицом в ту сторону, то есть ко мне спиной. Я, честно, не знаю. Вроде бы сейчас будет собираться шествие, и в 3 часа по местному времени, кстати, надо мне перевести, а то у меня московское до сих пор, и пойдут, по-моему, как шествие в Куликовом поле, кричат референдум. Вон там плакатики маленькие видно. Одолели Гитлера и одолеем и Кунту. Также референдум. И что-то еще я не вижу, просто мелко очень написано и много текста. Ребят, почта мою находится просто ВКонтакте, баннер щелкните и перейдете в группу ВКонтакте этого канала, ну, стрима, и там будет почта в описании группы. Но я не сейчас дам модератора, прерву, короче, для трансляцию, вот, зайду на почту, посмотрю, и только кидайте мне сразу, короче, туда свой ник, чтобы я его скопировал и ставил. Вот
сколько, кто может сказать приблизительно здесь людей. Но тысяч, я думаю, что за 5 это, ну, все 500%, а там, может быть, и 10 уже есть. Кидаем ссылку на трансляцию в различные группы, паблики выкладывать. Это Одесса, город-герой. Находимся возле оперного театра. Я точно не знаю, но, по-моему, будет шествие на Куликовом поле. Сейчас скажу примерно через сколько. По идее, через буквально 10 минут должно быть шествие. Но я, честно говоря, не в курсе. Вот, смотри, вот пошли. Флаги Ветренко, что ли? Как это партийные? Так, вот, да, смотрю, люди начинают двигаться. Так, надо теперь спрыгивать. Сейчас вот это вот еще часть двинется. Ну что, она, я так понимаю, даже не понимает, что там уже люди начинают, ну, шествие по улицам. Смотрю, выстраивается там колонна, я так понимаю. Впереди два бусика, получается, ну, которые туристов катают. Забиты ветеранами. Плохо только то, что там, вот смотрю, какая-то такая толпа небольшая стоит. Вот видите, такой красный и синий флаг. Это, по-моему, Ветренко, что ли. Зачем партийный флаг сюда? Вот это вот не очень хорошо. Надо не партийные, я считаю, флаги. Допустим, флаги тоже самой Одессы. Красный флаг. Сегодня как-никак праздник. Я говорил, это еще раз повторю, с праздником вас, одесситы. Да, вот смотри, вот, вроде бы потихоньку толпа двигается. А, это они, короче, ну, плотно выстраиваются, я так понимаю. То есть чуть-чуть пройдут, люди подтягиваются сзади, и они опять проходят. Ну, я, честно говоря, за Витренко не знаю, но лично такое, знаешь, мое мнение, что, как говорится, я лично, ну, знаешь, сторонник партии, то есть это, знаешь, как народ, они какие-то партии пиарятся, это, знаешь, вот как у нас в Крыму, там, допустим, Русское единство, там, или еще кто-нибудь был, я считаю, это, ну, неправильно. Но это лично мое мнение, а там расценивайте сами, как хотите. Я стою хорошо, с дерева не упаду. А, что там написано? ЮСАН, ЕС, ПАК? Блин, не успел прочитать, завернул плакат. Так, ну, если кто знает, здесь тут где-то на здание залезть можно, чтобы сверху было, чтобы туда дальше пройти по этой улице и сверху показать на толпу. Ну, честно, людей тут просто море. Вот видно, выстраиваются. Кстати, спасибо всем, кто поддерживает. Вот я купил аккумуляторов, чтобы, ну, оставаться на связи, то есть не разрядиться в нужный момент. Ну и там другое оборудование, полный список, то напишу все, что купил, и отчеты тоже.
надо еще купить будет 20 аккумуляторов Sanyo 2600 и Teradek видео микросхема, чтобы это все соединить, у меня уже есть. И тогда можно транслировать в хорошем качестве в HD, без всяких задержек и тому подобное. То есть не зависеть от этого, так скажем, в кавычках, интернета. Но несут российский флаг. Да, вот все, видите, начинается масса двигаться, короче говоря, надо как падать с дерева и валить, короче говоря, вперед. Так. Свободу Антона Давидченко. На плакате. Да, вот все, масса пошла. Так, надо прорваться теперь вперед. Распространяем трансляцию. Больше мы Русь, мы славяне, мы едины без нацистской хунты. Хороший такой плакат. Кстати, что интересно, несет этот плакат старенький дедушка. Плакат, я не знаю, во сколько раз больше, чем этот дедушка, но видно, что дедушка маленький, если честно. Вот вам, может, видно, белый такой. Он за флагом. Блин, я смотрю, здесь так выстроились они плотно, что я там не прощемусь. Но, надеюсь, наберусь наглости, ни на кого не нарвусь, и я прорвусь вперед. Так, надо достать свой бейджик журналиста Антимайдана. И думаю, меня пропустят. Смотрите, там толпа, короче говоря, дальше, чем перекресток, скажем так, ну, на улице вот эта Дерибасовская, и которая, я не знаю, как называется. Здесь стоят, но вот, особенно вот эта часть, вот это что показываю, видно, насколько плотно. А вон, видите, вот сейчас вот видно этот белый плакат, вот посмотрите, несет дедушка, реально дедушка старый, то есть, ну, лет, наверное, под 60. А, и, ребят, напомню, короче говоря, отличайте украинцев от БНДР. Не надо, как говорится, всех под одно гребсти. Я считаю, это неправильно. Есть БНДР, а есть украинцы. Есть украинцы, которые во Львове живут, и они не поддерживают БНДРу и тому подобное. Хотя разговаривают они чисто на русском. Ой, на русском, на украинском. Так что, теперь их тоже, получается, под одну дудку всех?
так. Но толпа, короче, двинется, я думаю, немного места будет, чтобы проскочить. Вперед и показать ее спереди, или может найду дерево, где залезть по Шурику. Вот скажите, что в такой момент песня «Москва, горят колокола», что это плохая песня, не знаю, мне лично, вот, я, допустим, такое что-то сам не слушаю, но вот в этот момент она меня заводит, реально заводит. Я вот обращаю внимание, что многие, даже молодежь, как говорится, и то ее, ну, напевает. Так, вот, вроде бы толпа, вот, не вижу, идет она или нет. Так, ну, вроде бы, так, вроде бы идет, просто не понять. Так, я, короче, падаю с дерева, так, как бы теперь упасть с него. Так, держишься хорошо? А то она сейчас шатанет. Оп, все. Боялся, чтоб спрыгнула ветка, не подкинула мальчика. Щемился. Щемился. Надрывается сердце от тоски, разрывается. Музычка идут. Интернет вроде работает, трансляция тоже. Сейчас я вперед пытаюсь прощемиться. Распространяйте. Вот у нас стрим сейчас. Нашел где украинские флаги, они вот висят. Те бусики, которые, ну, я говорил, с ветеранами. О, Одесса, город герой, кричат. Так, может, залезу там где-нибудь. Жалко, что у меня планшет, а не телефон. Так бы телефон выкинул бы быстренько в карман. Даже на такое бы дерево без проблем бы залез. А ну я
Господа. Сейчас попрошу. Не знаете? Крепкая, нет, не знаете? А если я залезу, подойдите? Я скажу. Планшет под... Блин. А ну, можно на секунду вас? Я сейчас залезу, подойдите планшет. Я подать тебе планшет? Да. Блин. Там оказалось пластмассовое. Вот туда хотел залезть. Блин. Чуть не оторвал. Куда Узнают, говорят, Крым, привет. Thank you.
70 лет освобождения города. Дальше не успел прочесть вот большой плакат, который несет. Никаких выборов без референдума. Идут, кстати, люди не только по дороге, также идут по бордюрам. То есть, к примеру, вот как видите. Хотел залезть, но столбик шатается. Это еще не все. Там вон, как видите, флаги еще шесто идут, он еще возле самого этого оперного театра. Прикольно на лошади прокатиться, с нее снимать. А вот, смотрите, вот видите, флаг большой, даже тут даже метров 5 где-то в ширину он примерно, а в длину, наверное, все 20, может больше, это российский флаг вот несут. Одесса, русский город. Вам видно? С какой плотностью вот идут сейчас, допустим, люди. Срочно покупать монопод такой метра на два, ну хотя бы полтора как минимум, чтобы я мог над собой камеру поднимать. И тогда оно было бы повыше, потому что вот залезть, я не знаю, куда, на остановку что ли. Где здесь залазить на крышу здания, я не скажу честно. Не то, что не скажу, я не в курсе реально. Так бы показал бы сверху. Не, ребят, если картинки не видно, обновляйте. Все должно быть работать, все нормально. Люди это вот смотрят не 1000 сейчас. И мне человек звонит сразу, если какие-то проблемы или еще что-нибудь. Я делаю реконнект. В принципе, у меня ошибку выдает. Да, чтобы купить это, надо деньги наличные. Потому что сейчас вот пытался снять, вот Зеу искал, кому можно скинуть на WebMoney. А мне дали наличкой.
кричат «Донец, но вы молодцы!» И здесь, видите, люди идут, я просто показываю с одной стороны, а здесь, ну, видите, и по дороге, и по бордюру идут. Помашите рукой, вы в прямом эфире. У меня что-то такое впечатление сложилось, что я уже начало колонны не догоню, потому что, смотрите, я сколько здесь стою, уже минут, как говорится, а с колонны все идет, то есть уже больше 10 минут. Белый вот этот плакатик уже бабушка несет. А, не с дедушкой вместе. США империя зла, мирового господства. Пособники нацистской хунты. Куда ему соваться? Они высунулись там, сколько вы видели, на Аллее Славы, когда я сегодня стримил. Кричали. Сначала кричали, как говорится, ну, свою вот эту бандеровскую кричалку, и уже после этого они начали говорить, а почему вы типа нас бандеровцами называем? Мы типа такие же герои. Так правильно, вы буквально 5 минут назад кричали бандеровскую кричалку. А потом спрашивают, а где вы видите тут Бендер? Видите, он реально народ, и он еще идет и идет. А, ребят, я сейчас, короче говоря, вот толпа пройдет, я на ходу, короче, зайду в почту и дам модератора, те, кто мне написали свои ники. Я читаю, но сам банить не могу просто, это должен делать модератор. Кто на почту кинул, тому, ну, буду, короче говоря, давать права модератора. Там, если кому-то левому дал, сюда спамьте, короче говоря, сразу, я у него уберу. И распространяем трансляцию. Вот уже больше 10 минут люди идут вот так по улице. И толпа реально не заканчивается. Хотя я, по-моему, вижу, где-то там она на перекрестке, где Дерибасовская, вроде там. Или... А нет, даже уже вот, скоро конец будет. Так. А вот, получается, колонна заканчивается автоколонной. Хотя нет, там тоже люди идут среди автоколонны. Так, ну это, в принципе, короче говоря, конец колонны. Я тогда вперед попробую догнать, короче говоря, сейчас. Yeah.
мама ребенка несет и громче всех кричит. Вот, кстати, еще я же не сказал, флага два больших, два, вот еще один российский флаг. Поставил, значит, мне бежать не надо, чтобы найти начало. Там может попроситься кому-нибудь на балкон. Ну вот видите, толпа стоит, короче говоря, сейчас растянулась, потому что очень сильно собирается. Ну, куда ты едешь на машине? Хорошо, что толпа стоит. Блин, и дорога забита, и тротуар тоже. Можно, можно извиняюсь. Я, по-моему, выбежал с барабанщиком. На балкон бы прощемиться кому-нибудь. Колонна такая, блин, от них больше дыма, если честно. Фу. Не знаете, где можно на крышу залезть, показать толпу просто с крыши? Все дворы закрыты. Блин. Так.
да? На столбик какой-нибудь попытаться. Можно сейчас на секунду? А я сюда попробую залезть, сейчас подашь мне? Это просто прямой эфир. Пока не толпа не это, не закончилась. На это дерево сейчас попытаюсь. Переходит туда. Давай. Покажи меня, как я лезу. О, фу, блин, аж вспотел. Я залез. Фу. Фу. Так. Я залез на дерево. Фу. Он на перекрестке. Встали. Извините, но выше не могу. И так карабкался. Там человек, который мне подавал. Он офигел. Благо, что лазить умею. Альпинизм вещь хорошая. Смотрю, лошадь назад, катится. Так, что-то с интернетом, смотрю, качество сильно, походу, ухудшилось. Проблема, ну, честно, не моя. Так, вот колонна встала. Так, блин, я не знаю, просто если я нажму сейчас кнопку стоп, оно будет части в тот момент, когда интернет сильно падал, догружать. Это будет долго. Я боюсь, чтобы трансляцию, короче, не прервать. Это я бы зашел сейчас, дал бы модераторов. Автобусы не толкают, это электрокары, и в них, как видите, сидят ветераны.